специальное предложение только сегодняшнего дня. Бренд Wilmer совместно с дизайнерами телеканала Shop & Show приготовил для вас этот эксклюзив. Такую обувь вы не найдете нигде. Это коллекция «Весна-лето 2020». Это коллекция, когда вы ждете теплых дней и надеваете ее с любовью. Это эспадрильи «Роуз». Я скажу только одну вещь. Когда после карантина вы выйдете, в магазинах цены просто космически взлетят, но не у нас. Мы останавливаем цены и мы замораживаем их. Поэтому сегодня скидка 2000 рублей. Девочки, ориентируемся по канту. Красный цвет очень красивый, яркий, эффектный. Черный вечерний вариант. Будьте всегда в центре внимания, выбирая наши эспадрильи «Роуз» от бренда «Wilmer». Голубой цвет – это выбор нашего эксперта. Дождитесь буквально пару секунд. Бежевый – он превосходный, он нежный и романтичный. Выбирайте его, если вы хотите легкости. Ну и, конечно, самое нежное предложение – это белый цвет. Девочки, каждый день мы представляем главное предложение дня, но сегодня, когда повышаются цены, мы договариваемся с брендом Wilmer и заботимся о вас. Один день лучшая цена и коллекция представляет наш любимый дорогой эксперт Светлана Старостина. Эксперт, дизайнер, яркая женщина, женщина, которая обожает обувь, и с любовью всегда о ней говорит. Да, и с любовью говорю еще я про бренд Wilmer. Бренд Wilmer, который 25 лет уже успеха имеет на обувном рынке. Мне нравится, что вот такие эспадрильи сегодня я представляю в качестве специального предложения дня. Великолепное дизайнерское решение с элементами ручной работы. Посмотрите, в стиле бохо, шик. Это аутентичный дизайн, где мы с вами видим вот такие великолепные узоры. Узоры выполнены с применением шелковистых нитей, смотрится эффектно, при этом здесь используется вот такой вот объемный рисунок, добавляющий эстетику в ваш образ. Эспадрильи сразу же говорят сами за себя, потому что здесь джутовый кант, который вы никогда ни с чем не спутаете. Вы сразу понимаете, что это те самые лучшие эспадрильи в вашем гардеробе. И дополнительный комфорт летом, он нужен всем, потому что внутри у нас с вами уникальная двухслойная стелька. Сверху у нас стелька рогожка с дополнением льняных нитей. Посмотрите, класс. Еще проходит именно микромассаж. А внутри латекс, который дает не только комфорт при носке, но и гигиену. У меня в руках стакан воды. Дождитесь, я обязательно расскажу, для чего он у меня здесь стоит. Ах, наша Светлана Старостина. Посмотрите, заинтриговала. Но теперь я могу сказать, интриги ни к чему. Девочки, звоните, выбирайте. Скидка 2000 рублей. Это роскошное предложение. Света, знаешь, когда увидела эспадрильи «Роуз», я подумала, боже, наверное, это ручная работа. Они выглядят просто восхитительно. Так, первый вопрос, конечно, самый главный. Уже идут звонки. С 36 по 41 размер. Как правильно выбирать размер? Выбирать будем по своим параметрам. Берем размер в размер, потому что бренд Wilmer – это правильное формирование колодки. Вот посмотрите, у Татьяны обхват стопы 26 сантиметров, при этом 39 размер стопы, и она выбирает 39 размер обуви. При этом, видите, пальчики пышные, ножка широкая, здесь у нас 9 полнота у наших эспадрильев, и поэтому Татьяна легко и комфортно обувает эспадрильи, носит с удовольствием, плюс мягкая, комфортная подстройка по ножке. Боже мой, Света, как приятно! Я хочу, чтобы на улице уже можно было гулять и уже ходить в этих эспадрильях. Тем более это эксклюзив. Представляешь, таких не будет ни у кого. Я помню, у меня у любимой подруги Насти, вот ей мама всегда за границей привозила обувь подобную, знаешь, ее не было ни у кого, и мы с любовью смотрели и всегда делали ей комплименты. Это что-то особенное, когда обувь, которая выглядит на десятки тысяч рублей, стоит всего лишь 1599, мы понимаем, что просто это фантастика, как нам повезло. Лена, это действительно фантастика, потому что это еще и эффект ручной работы. Давайте вспомним коллекции крупнейших производителей, дизайнеров, таких брендов, как Kenzo или Etro. Именно они выполняют вот такие вот узоры великолепной, аутентичной техники стиля бохо. Роскошный рисунок пейсли, причем носят все
звезды. Посмотрите, вот они, модные узоры пейсли именно весна-лето 2020 года. Мы это видим и в обуви, и в одежде, и украшения. Это этническое направление, которое сейчас смотрится очень красиво. Вот обратите внимание, эспадрильи Этра, которые выполнены точно так же, как и наши, в гобеленовой технике. Причем такие эспадрильи, например, от Изабель Маран, будут стоить от 40 тысяч рублей. Здесь у нас с вами та самая же гобеленовая техника с объемным рисунком и кант из натуральных материалов, который дарит комфорт, нежность и удовольствие в носке. Обратите внимание, что техника снаружи, внутри только нежное прикосновение к телу. Обязательно нужно выбирать цвет. Вот буквально вот один вопрос. Скажи, вышивка у нас не распустится? Она ни в коем случае. Здесь у нас с вами закрепление вышивки на верхнем слое наших эспадрильи. Внутри у нас гладкая основа, которая не дает даже никакого прикосновения вот этой вышивки к ногам. Сегодня есть отличная возможность прикоснуться к коллекции от бренда Вилмор. Сегодня есть отличная возможность купить эспадрильи, в которых вы будете совершать долгие прогулки, поездки и просто наслаждаться жизнью. Это цветотерапия, это не обувь, это шедевр. Причем я для себя выбираю черный цвет, у меня 39 размер, причем высокий подъем, и посмотрите, как они идеально сели. А знаешь еще, вот это ощущение, что ты обувь носишь из эко-материала, и такое чувство единения с природой. У меня под руки повышенное потоотделение. Света, не будет ли ножка потеть? Да, знаешь, вот как раз именно здесь есть стель. Стелька гипоаллергенная. Сверху у нас стелька-рогожка с применением льняных нитей. А внутри есть еще вспененный латекс. Мало того, что он дает амортизацию, он впитывает ту самую влагу, которую выделяют ваши ножки. В течение дня ножки потеют, где-то 250 грамм воды выделяется, и латекс преображает воду в пар, выводит абсолютно наружу. Поэтому ножки сухие, гигиена, и при этом смотрится очень эффектно. Уже огромное количество звонков. Черный, бежевый, белый, голубой, красный. Выбирайте со скидкой 2000 рублей. Это эксклюзив такой обуви. Не будет ни у кого, и ваше лето будет самое яркое и жаркое.